На сегодня мы должны рассмотреть вопросы готовности страны и наших спортсменов ко вторым европейским играм, к этому масштабному спортивному событию. Оно, безусловно, станет важнейшим общественно-политическим мероприятием в истории суверенной Беларуси. К нам в эти дни будет приковано пристальное внимание мирового сообщества. И задача не только провести игры на самом высоком уровне. Мы должны в очередной раз показать, что на нашей земле созданы комфортные и, что немаловажно, безопасные условия для жизни и самореализации человека. Для подготовки игр создан оргкомитет во главе с премьер-министром, выделяются необходимые финансовые средства. Спортивные объекты, телекоммуникации, дорожная сеть, пассажирский транспорт, студенческая деревня – все должно соответствовать самым высоким стандартам. Как мне докладывают, вопросы решаются, и решаются оперативно. Модернизация задействованной инфраструктуры идет по плану. Вместе с тем, хотелось бы на эту тему сегодня поговорить предметно, для того, чтобы, возможно, больше не возвращаться к ней до начала игр. Я жду конкретных предложений по всем незавершенным стройкам, закупкам инвентаря, оборудования, привлечению дополнительных сил и средств. Была поставлена задача жестко контролировать расходы, обеспечить рациональное использование всего закупленного оборудования, автопарка, построенных объектов после завершения игр. Как выполняются требования?